Багайскому району 95 лет. В честь юбилея в местном дворце культуры прошел праздничный концерт. Поздравляли инициативных тружеников. Только дикоросов багайцы поставляют в разные регионы на 120 миллионов рублей. Успешно выполняют здесь программы индивидуального жилищного строительства, газификации. За последние 15 лет в районе построено 8 школ. Здесь, на Багайской земле, сразу видно, как сильны традиции трудолюбия. Самое главное богатство нашей земли – это, несомненно, люди. Люди, которые живут, которые работают на этой земле. Звание «Почетный гражданин Багайского района» удостоены экс-глава муниципального образования Камиль Марганов, ветераны педагогического труда Анна Арканова и Вера Сырчина. Я проработала в школе-интернат, в которой были дети-сироты. И вот это действительно дети, которые очень восприимчивы к доброте. И вот они сейчас по всей Тюменской области и за пределами области. Но они постоянно приезжают в нашу школу.